Чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Маяк. Далеко на Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликим сметнику Калявизовиц жили два пацуки. Годан и я, Губер. А с нами гипсовый карузелик Людвиг и Эдик, подоследный пацук с Праги. Жили мы у ваутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раница была звычайной, только я, Губерт, не надто выспался. Як спалася, Годан? Добро. А тебе, Губерт? Дренно. Зранку обудил меня грукот. Грузовик со скарбами. Скинул их неде побач. Знайшов, Губерт, ходи. Куды гэта вы? Кампак. Ну як куды? Гэта такі сюрприз. Сюрприз. Эдік. Сюрприз? По-моему, гэта нейкі сакрэт. Но, может быть, по-своему и секрет. Але ходим с нами, коли хочешь. Так что, далеко еще? Слухайте, мы уже амаль там, Эдик. И что мы там будем робить? Убачишь, не турбуйся. А это беспечно? Ну, як для кого? Вось мы тут, хлопцы. Так, ну что, Эдик? Хіба гэта той сакрэт? А не тут сигналу няма? Маеш ужо? Не, а ты? Я ўжо маю. Гэта зусім не яно, шукай далей. А гэта яшчэ што? О, яно ўключаецца? Ну, не ведаю. Эдік знайшоў. Ну, скажу табе, Эдік, ты зорка. Зорка, ён герой. Адкінь, герой. Гэта звычайны міксер. Звычайны, ды незвычайны, а цудоўны. А як мы яго пераправім? Адкуль і куды вы яго хочаце пераправіць? А гэта і ёсць сакрэт. І зноў сакрэт, мне гэта ўжо абрыдла. Мы яго не данясем. Гэта данёс бы толькі асілак. Гоп. Ну дык куды несці? Ну, Эдік, шмат на сябе бярэш. За мной. Я больше не могу. Я себе переоценил. Мы уже амаль на месцы. Треба вытрымать. Али тебе тяжко. Поспробуй подкинуть. Думаешь? Уф, еще надорвуся. Тут осторожней. Осторожней.
Жэтая лыжа уже не першей свежести. С миксером будет тяжковато, не ведаю. Я ничего не боюсь, отойди. Ай-ой! Эдик, ты живы? Живы! И миксер уратовал! Тримайся за ремень, я тебе вытягну! Урэсте уратовали ободвух. И миксер, и Эдика. Ну, сябры, вось мы и пришли. Сметаны. Чакайте, а той секрет? Прось, Эдик, тебе от нас. Поводле валасской традиции, кожный новый погорок треба нечем отзначить. Веншую, теперь ты валах. Як отчуванне. Калі шчыра? А мы ж валахі, одна сям'я, выбачайте. Эдик, зерні, якая любата. Нанясі на мапу. Вядома, орієнтір, міксер. Які міксер? Гэта маяк. Маяк валаха Эдика. Вось цяпер у Эдика з сённяшняга дня ёсць уласны маяк, а яшчэ ён стаў валахам, паддоследным валахам з Прагі. Ён гэтым ганарыцца, а мы ганарымся ім. Дабраныч. Мы пацукі зусім не хамякі. У нас і выгляд неабыякі. Апроч хвастоў, вусаў і кіпцяў ёсць. А шчаціненая поўсць. Прыкрыем очы параю вушай. Адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.